Проект «Добро в село» от севастопольских волонтеров-медиков стал победителем конкурса молодежных проектов и получил грант в размере 150 тысяч рублей. Его цель – сделать медицинскую помощь в селах доступнее. Еще до начала конкурса студенты Севастопольского медицинского колледжа имени Жени Дерюгиной вместе с врачами побывали в селах Фруктовое, Верхнесадовое и Фронтовое. Именно тогда стало понятно, что проект обязательно нужно развивать, рассказывает Александра Шилова, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Теперь, благодаря гранту, проект станет масштабнее. Планируется в рамках данного проекта совершить выезды мобильной амбулатории совместно с врачами. Возможно, это будет флю, либо еще какое-то обследование для самих жителей села. Реализация проекта начнется 15 декабря. О том, какие села нужно посетить, будут решать вместе с департаментом здравоохранения правительства Севастополя, выбирая те, где действительно необходима помощь. У нас в движении есть также ребята, которые из сел. И вот именно они как раз-таки открыты к таким выездам, потому что говорят, а давайте ко мне поедем в село, а вот давайте, вот у меня не хватает того-то, и вот это нужно, вот на это больше уклонить внимание. И как раз вот такие ребята действительно нужны, чтобы участвовали, потому что именно они смогут сказать, что действительно нужно, на что сделать уклон. В команде проекта уже сейчас около 100 человек. Все они учащиеся Севастопольского медицинского колледжа. Присоединиться к волонтеру может любой студент-медик или профессиональный врач.